Обилимпикс является одним из проектов с довольно громким и все объясняющим лозунгом «Россия – страна возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта – мотивировать людей с инвалидностью на получение ими профессионального образования и развитие в трудовой деятельности в дальнейшем. Чемпионат содействует трудоустройству участников и социокультурной адаптации в обществе. Обилимпикс – это не только соревнования по профессиям для людей с ограниченными возможностями, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущего. Абитуриентов. Мы очень рады, что в нашем колледже проходит такой конкурс. Мы видим потрясающих детей с потрясающими возможностями, заряжаемся от них энергией и всегда очень рады встречать, когда нам выходит с предложением принять еще больше компетенций, мы из года в год их наращиваем. Очень рады, что мы участвуем в этом проекте. Обилимпикс – это потрясающая, замечательная придумка. У нас на площадке сегодня представляют 5 компетенций школьников только и 3 компетенции студенты. Наши традиционные компетенции – ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ландшафтный дизайн и фотограф-репортер. Новые компетенции, которые проходят на нашей площадке – это поварское дело и художественное вышивание. Одно из заданий для конкурсантов заключается в том, что они должны найти неисправность в автомобиле и, соответственно, устранить ее. На этот раз в чемпионате приняло участие более 35 человек. Это учащиеся школы, колледжи со всего Подмосковья. Каждый выбрал для себя то направление, которое ему наиболее интересно и которое послужит отличным стартом для дальнейшего развития в профессии. Некоторым же просто было важно участие, как возможность попробовать себя в чем-то новом. Я сюда пришел, чтобы просто принять участие. Я не собираюсь особо таких целей себе ставить. Просто принять участие. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.